Это невыгодно никому, и не дай бог он рухнет. Это будет очень серьезный... Да и не дадут. Не дадут. По одной простой причине. У всех очень много накоплений в долларах. И эти накопления просто потерять, ну, то, что биржи рухнут, их не жалко. То, что там банкиры, их тоже не жалко. А жалко тех, кто держит заначки, там, как говорится, похоронные там, или накопительные какие-то для детей, для внуков. Вот они все голыми останутся. И не только в нашей стране. И в Африке, и в Америке, и в Латинской, и в самих Соединенных Штатах. Поэтому вот тот механизм, который мы предлагаем, что потихонечку за 9 лет его списать, ну, годик еще им, как говорится, на сведение баланса, да, при амортизации 11% годовых, да, вот за 10 лет потихонечку списывать доллар и за эти же 10 лет заменять его нашей системой. Кстати, у нас рабочее название новой нашей валюты или, вернее, средств – константа. Она является константой по отношению ко всем остальным валютам. То есть это единица измерения, та метрология, относительно которой все можно мерить. Это, если вот с точки зрения топографии, то мы начертили на земном шарике экватор и Гринвич. До этого их не существовало. Каждая валюта примерялась к какой-то другой. То есть при каждом измерении соотношения валют своя система координат была. А общей системы координат у шарика не было. Вот мы ее нарисовали. Назвали константой. Она восьмимерная.